Счастливчика, который должен получить свыше 430 миллионов долларов, ищут в США. Речь о победителе сверхпопулярной лотереи, в которой в этот раз разыграли 10-й по величине джекпот в истории страны. Известно, что заветный билет стоимостью всего в 2 доллара, пока еще не объявившийся везунчик, приобрел в одном из магазинов Индианы. Теперь у победителя есть полгода, чтобы потребовать свой приз. Он может получить выигрыш за вычетом налогов в течение 30 лет или взять все сразу. Правда, тогда по правилам сумма уменьшится, но даже в этом случае останется весьма внушительной. 263 миллиона долларов.